подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы будем создавать с вами голливудский образ. Я выбрала для вас самую актуальную прическу. Это голливудские локоны, голливудская волна. Это прическа, с которой выходят на красные дорожки очень многие звезды, начиная от ангела Виктория Секрет, Миранды Кэр и... Кэнди Свейн Пол, заканчивая такими звездами, как Дита Ван Тис, Риз Уизерспун, Джессика Альба. Сложно найти звезду, которая в тот или иной период времени не выходила с такой прической на красную дорожку. Сегодня я решила вам показать, как будет смотреться голливудская волна на каре. У меня каре, я относительно недавно обрезала свои волосы, но бывают ситуации, когда мне надоедают мои выпрямленные волосы, как я их ношу всегда и какой вы меня видите во всех видео, а также бывают ситуации, когда нужно быть звездой, как на красной дорожке. Именно для таких случаев я и решила сегодня показать вам эту укладку. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и давайте творить. Все свои укладки я начинаю с масла для волос от Matrix из серии Exquisite Oil. Обожаю это масло, оно надежно защищает мои кончики и длину волос от термического воздействия. Тура волос, а также эффектного объема, нам понадобится мусс для волос. В моем случае это мусс от Velaflex, новинка из серии «Контроль над непослушными волосами с защитой кератина». Далее мы будем сушить волосы для того, чтобы создать объем на голове. Чтобы наш мусс активизировался, нам необходимо либо голову опустить вниз, либо поднимать наши корни расческой. У меня Tangle Teaser, я буду просто поднимать корни. Когда мы волосы хорошо просушили, подняли их от корней, мы их прочесываем и разделяем... Как нам надо, делаем пробор. Далее убираем верхнюю часть. Вот так вот в хвостик ее собираем. При этом сохраняя пробор. Я всегда завиваю волосы по ярусам. Во-первых, мне так удобнее. Во-вторых, конечный эффект от этого получается намного лучше. Завивать я буду сегодня утюжком. Получились такие очень милые ангелоподобные букли. В общем-то, теперь мы делаем акт вандализма над ними и расчесываем расческой с крупными зубцами. То есть у меня вот такой вот вариант. И мы аккуратненько прочесываем все волосы. Далее мы перекидываем основную массу волос на одну сторону. Слегка подчесываем у корней нашу меньшую, скажем так, сторону. Совсем слегка подчесываем, чтобы у нас не создавалось эффекта, что у нас нет волос с этой стороны, скажем так. Закалываем эту сторону невидимками. Следующий шаг – это начес прикорневой уже со второй стороны, где у вас сконцентрировалась на данный момент основная масса волос.
Для того, чтобы сделать начес, мы будем использовать расческу с мелкими зубцами и также лак для волос. В моем случае это лак для волос от Вэлла из той же серии, что и мусс. Это контроль над непослушными волосами, защита кератина. Мы аккуратно раскладываем волосы так, как нам хотелось бы. В передних прядях, если вы делали все точно так же, как я, вы завивали волосы по ярусам их начесывали, у вас сразу же получится волна, и вам практически не придется ничего делать. Аккуратненько сейчас укладываем все волосы так, как вам хотелось. Из более мелких прядей мы формируем более крупные или сворачиваем их с более крупными прядями, чтобы волосы смотрелись более крупными волнами, локонами, не было каких-то выбивающихся прядей. Когда вы уже уложили волосы так, как вам нравится, финальный вариант мы закрепляем лаком. Я уже вам показывала его, когда мы делали начес. Это лак от Vella Flex. Залачиваем не как, грубо говоря, такой вот жесткий панцирь, а просто слегка зафиксируем наши локоны. И также придадим гладкости нашей второй стороне. Ну вот и все, наш образ готов. Я считаю, что для данной прически, данной укладки отлично подойдет классический макияж со стрелками и красной помадой, как сегодня на мне. И также отличным дополнением будет какой-нибудь очень строгий, лаконично шикарный образ, например, строгое черное платье. Если это видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также подписывайтесь на мой инстаграм, меня там зовут Ванила Мария. Всегда оставляю все контакты для вас в инфобоксе, чтобы вы могли меня легко найти в соцсетях. Все, всех вас люблю, целую, до скорых встреч в следующих видео.